1 по 11 ноября в Десногорске проходила акция «Я доброволец». Ее устраивает уже на протяжении 10 лет. Для участия в благотворительности не нужно было иметь несметные богатства. На протяжении нескольких лет десногорцы приносили все, чем хотели поделиться с другими, от одежды до книг. Приносили даже детские стульчики для кормления, развивающие коврики и большие игрушки. Сотрудники Центра культуры и молодежной политики признаются, в этом году люди еще активнее участвовали в сборе вещей. Принять на себя роль филантропа мог абсолютно любой. Приносят люди абсолютно разного возраста. Есть и пожилые, есть и молодые люди, есть и не особо даже обеспеченные. То есть люди просто хотят помочь, чтобы остальным детям было в чем ходить, и не только детям, но и взрослым. Собранные вещи будут переданы малоимущим, детям-сиротам и многодетным семьям. Также тем, кто потерял работу или находится в тяжелом семейном положении. А все, что осталось, отправят в храм для дальнейшей передачи нуждающимся. Ирина Нурматова, Виталий Степанов, Александр Ерофеев, Десна ТВ.